Легендарная фамилия досталась ему в наследство, а слава, популярность и любовь поклонников настигли в одночасье. Ведь после исполненной им Нигары Дильшат Ахмадиев проснулся знаменитым, а о группе «Яшлык» нового состава узнала вся страна. Вспомни обо мне, Нигара, не грусти, теперь не надо, где мои мечты? Так сцена стала смыслом его жизни. Но в беседе певец признается, что с нахлынувшей звездностью молодому парню справиться было нелегко. Слава вскружила голову, личная жизнь периодами сдавала сбой, а в школах не учат трезвому взгляду на шоу-бизнес и гармонии с самим собой. Но сегодня Дильшат Ахмадиев вновь планирует влиться в строй, начать новую главу в жизни, заявить о том, что «Яшлык» возвращается. В гостях студии «Приват» солист группы «Яшлык» Дильшат Ахмадиев. Дильшат, спасибо тебе, что ты согласился прийти нам в программу. У нас вообще, ты знаешь, в последнее время такие легенды 90-х, в прошлую программу у меня был Руслан Тахтахунов. Вот. Я очень рада тебя видеть сегодня здесь. И давай начнем с истории. Я знаю, что группа «Яшлык» в свое время ее организовал, создал твой отец Мурат Ахмадиев, да? Это было в 1974 году. И вот в 90-е годы ты уже вошел в новый состав. Как так получилось? Как папа в тебя поверил и решил сделать тебя солистом этой группы легендарной? Ну, начнем с того, что, в принципе, всех детей, как в то время, в советское время, родители брали всегда на гастроли. То есть мы в моем детстве это осталось, мы, то есть Каменогорск, там, я вот это отчетливо помню, там, мы спали, ездили в этих пазиках, то есть мы уже с рождения, в принципе, были готовы. Все это время, почти там, лет 15, мы ездили с родителями на гастроли, как бы вопрос даже не вставал о том, будет или не будет, то есть оно уже как бы априори должно быть. Мы уже когда подросли, естественно, все, у всех было музыкальное образование, все учились в музыкальных школах, училище, кто там даже консерваторию закончил. Нам, в принципе, никто не подгонял, мы сами собрались. Вот, и нас никто не ограничивал. То есть, хотите писать такую музыку – пишите. Хотите петь такую музыку – пойте. Но чтобы название оставалось – «Яшлык». Единственное, что мы изменили в названии, это раньше был вокальный инструментальный ансамбль. Сейчас это группа «Яшлык». В принципе... Ну, то есть ты знал, что когда-нибудь ты будешь в этой группе. То есть тебя готовили к этому с детства. Как бы сказать, не то чтобы, что я знал. Я уже понимал то, что это так и будет. Я и не хотел даже... Да и отец даже не особо думал, что мы будем именно так продолжать. Потому что во мне вокалиста никто не видел до того момента. Я вообще музыкант, клавишник. В итоге получилось так, что я начал петь. Образования у меня певческого нет. Хорошо, а сколько лет вот просуществовала ваша группа? И с чем было связано, что был такой долгий период затишья? Ну, в самом начале, так сказать, еще в 92-х даже годах, нас уже собирали, но это не как под названием «Яшлык», ну так вот, как дети. Тогда Дильнаска у нас пела, эти песенки там «Люси», «Пропала собака». А, то есть собака, Дильнас, она была тоже участницей, да, группы «Яшлык»? Да, она была участницей нашей, вот, то, как хотел видеть это, видимо, отец, как он собрал этот вот нас воедино, детей всех. Дильнаска у нас была как солистка. Потом мы съездили в Китай в 94-м году. Оттуда вернулись более взрослыми и решили, что нам, мальчикам, девочка не нужна. Ага. Тем более маленькая. Мы начали какую-то другую музыку писать, чтобы свое придумывать, делать. И вы выжили свою сестренку, да, Дильшат? Ну, даже не выживали. Из группы. Мы ее даже не выживали, она, в принципе, так получилось, что мы сами просто... В основном мы всегда были вместе. Мы ее редко видели на репетициях или еще где-то. И процесс зашел так, что надо было уже какой-то мужской вокал. Мы начали выбирать среди нас троих, кто из нас будет петь. Попробовался и Бахтияр, попробовался и Ядык.
там, попробовался я, и решили, что я, в общем, буду петь. Вот так я и стал певцом. Сам не зная того, да. А кто вас на тот момент продюсировал? То есть группой кто занимался? Продюсирования как такового на первых этапах не было. Мы сами себе были и композиторы, и продюсеры, и костюмеры, и все на свете, все сами. Ну, уже позже, где-то в 96-м году, мы познакомились с Гульвирой Илахуновой. Она тогда была, работала на 31-м канале, там мы с ней познакомились. Она сделала для нас программу о нас. Мы ее пригласили к себе как бы работать, но, знаете, это было такое время, никто никогда не учил нас, тем более наше то поколение, что такое продюсер, кто такой директор, кто такой промоутер. Это сейчас уже все это всем известно, даже если учат этому где-то там в институтах. А тогда мы сами, мы так как-то для себя определили, что она будет нашим продюсером, хотя... Ну вот как раз вот 96-й год, очень популярна была песня «Нигара». Вот по сути вы с ней очень хорошо стрельнули. Очень долгое время у вас эта песня была хитовой. В какой момент так получилось и с чем это связано, что группа «Яшлык», она вот просто в какой-то момент пропала? Ну, тогда, когда мы написали «Нигару», а писали мы очень интересно тогда, на нас очень сильно влияла группа, ну, в частности, А-студио и Ар-клуб. То есть это для нас был как показатель. И волей-неволей, хотелось тебе или не хотелось, в тот момент все песни того периода, они очень сильно похожи на песни группы Ар-клуб и А-студио. Естественно, даже и Нигара песня, она проснулась у нас в голове после песни «Наргиз» Ар-клубовский. Мы решили, в общем, тоже какую-то песню про девушку сочинить с каким-нибудь необычным именем. И вот перебирали в уме, перебирали, там, издевались, смеялись. В итоге нашли вот это имя, хотя мы даже ни одной девушки не знали с этим именем. И эту песню мы очень быстро записали. Мы не думали, что она будет хитовая. Наоборот, мы делали ставки на другие вещи. Они не стали хитами, а вот именно «Нигара», она вот и стрельнула, как говорится. Проблема нашей группы была в том, что мы, опять же говорю, у нас не было конкретного, скажем, там, не знаю, штатного расписания, да, вот образно говоря. То есть все по-небратски, мы друзья, мы сами все это придумали, но работать мы не знали как. То есть у нас конкретного продюсера не было, у нас ни менеджмента нет. Но в те времена все так работали? Ну, в те времена, да, но каким-то образом вот некоторые группы выживали, а некоторые теряли свою актуальность. До вот первый наш альбом вот «Нигара» в 97-м году мы выпустили его. Где-то два года он еще топтался, и где-то в 2000-х годах мы уже начали резко терять популярность. В тот момент мы встретили Адиля Жамбакиева. К тому моменту он уже достаточно профессиональный менеджер, продюсер, музыкальный продюсер. Он коррективы какие-то внес свои, которые нам не нравились на тот момент. То есть мы считали, что это неправильно, что это не наша музыка, что это слишком другая музыка. Там. Но в итоге вышло так, что следующий хит «До свидания», который вот он написал, она стала хитом. Она перекрыла популярность «Нигары», потому что «Нигара»-то в основном транслировалась только здесь, в Алмате, в Алматинской области, а «До свидания» уже выход был на весь Казахстан. И клип уже был достаточно уже серьезный на тот момент. Вот с ним мы поработали около двух, честно не вспомню, по-моему, до 2003 года мы работали. Но опять же, ввиду того, что было не совсем корректно расписано, что и как, кто должен делать, кто за что отвечает и кто получает за что деньги, в итоге весь этот союз у нас также развалился. Ну, то есть он даже какое-то время был вашим продюсером. Да. Но вы, получается, не воспринимали его как продюсера? Нет, как продюсера мы его воспринимали всегда. То есть я откровенно говорю, альбом «До свидания» и вообще вот после 2000 года до 2003-2004 года, это вот благодаря работе Адиля Жамбакиева. А в итоге почему? Он перестал с вами работать? Да, мы перестали друг с другом вообще все работать. То есть Ядыкар ушел из группы, у нас, по-моему, контракт кончился с Адилем, мы его не стали продлевать, потому что нам не нравились какие-то условия в этом контракте. Может быть, даже финансовые, да, скорее всего, финансовые условия нас не устраивали. Мы решили дальше пойти, остались с Бахтияром вдвоем. Естественно, не имея таких
скажем, способностей, как у Жамбакиева, что-то где-то конкретно хватать и говорить, то, что это будет хит, и на него настраиваться. Мы где-то еще на старом багаже до 2005-2006 года еще поработали и распались совсем. Но официально вы не говорили о том, что группа распалась. Официально мы не было. Вот поэтому призрак группы «Яшлык» вот последние 10 лет преследовал меня очень серьезно. Потому что я уже переехал в Астану, уже пел один. Пускай я, да, песни «Яшлыка» пел. У меня были свои собственные авторские песни. Я выступал, но меня постоянно преследовал призрак группы «Яшлык». То есть в один момент где-то я понял, что надо этот или закончить, точку поставить, или продолжить. Несколько попыток у нас было. Несколько было попыток, я даже помню, да. Но да. Пока ты жил в Астане, причем ты, я знаю, очень довольно долгое время жил в Астане. Да, 6 ты лет. Ты занимался творчеством, ты планировал, да. Планировал выступать как сольный проект. Да. Да, то есть ты себя позиционировал как Дильшат Ахмадиев. Да, да, я уже позиционировался я как сольный певец. У меня изменилось вообще видение в музыке, я стал другую музыку петь. Совершенно по-другому. И у меня уже не было в мыслях, что я вернусь в «Яшлык», именно как солист. Ну вот буквально месяца три назад, как я вот переехал из Астаны, я все-таки оттуда переезжал еще с мыслями, что я буду здесь как сольный певец. Я просто хотел туда прийти, закончить, поставить точку, найти другого солиста, совершенно другую группу сделать, чтобы от меня это как бы отошло. Но с тем же названием «Яшлык». Да, ну первый состав это были наши родители, второй состав, кстати, это были вот Адиль Жамбакиев, да, Руслан, да. Тахтахунов, Раим с Дервишей, то есть. А третий мы состав, и решено было сделать, чтобы был четвертый состав, и тем самым закрыть наш вот этот 20-летний период времени, из которых 10 лет мы работали, а 10 лет мы не работали. Но приехав сюда, внутри, так сказать, та свеча, та искра зажглась, и учитывая, что музыканты-то у нас такие профессиональные, очень сильные, и они совершенно новое дыхание дали этой музыке, и мы решили, а черт с ним, давайте еще пяток лет попоем. Ага. Песни будут ваши старые, ваши. Естественно, сейчас мы полностью весь свой багаж, этот 20-летний, скажем так, превращаем в новый саунд. Есть песни, которые старые, которые звучат даже для нас как новые. Репетиции каждый день, вот этот сам процесс очень интересный, там что-то новое всегда, и, естественно, ребята что-то от себя вносят в ту музыку. Практически тот же самый Джалил, вот он рос на наших старых песнях, он знает их от наизусть. Джалил каждый. Это бас-гитарист группы, да. «Яшлык». Да, бас-гитарист группы «Яшлык», вот. Антон тоже, то есть это клавишник и, можно сказать, мозг сейчас нынешней нашей группы. Ну, в общем, это надо слышать, это, рассказывать об этом нет смысла. А скажи мне, пожалуйста, а почему все-таки ты принял решение остаться в этой группе, в этом коллективе? Ведь ты ехал с каким посылом? Ну, вот я и говорю, я услышал новое звучание, услышал новую музыку. Только поэтому? Да, или все-таки ты понял, что тебе будет сложновато одному, как сольному? Я просто где-то понял, что не то чтобы сложно будет, а нельзя этот упускать момент, когда есть сейчас такой потенциал у этой группы. Никогда такого не было потенциала за последние 10 лет. Есть вероятность, возможность вернуться опять на сцену, которую мы уже попытки делали за эти 10 лет. Раза 2-3 у нас были попытки, но не получалось. Сейчас мы решили с другой стороны зайти. Полностью живой звук, не как раньше, под самоиграйку петь там или вообще под фонограмм. Совершенно новый формат, это живая команда. Это интересно для меня самого, как для певца. Для всех музыкантов это интересно. И я думаю, для слушателей это тоже будет интересно. И тем более, что этих записей нигде нет, нигде их не скачаешь, это только живьем. И каждый раз они звучат по-разному. Хорошо, а какой вот первый этап возрождения у вас будет? Первый этап возрождения... Мы планируем дать, скажем так, сольный концерт. Но сольный концерт подразумевает, что это какой-то зал, это дворец. Ну, как у нас раньше были масштабы такие, в 90-х годах. Сейчас тоже такие масштабы есть? Мы готовимся. У нас в следующем году будет 20-летие нашему составу. И в этом году мы решили дать небольшой сольный концерт, чтобы себя как бы показать. Посмотреть, можем мы, как это звучит. Это будет в ближайшее это время. Это будет уже? Вот 27 ноября. В клубе «Сохо Алматы»,
Кстати, очень интересный момент. За все свое существование Соха с 99 года это будет первый концерт какой-то группы, ну, не рокового направления и вообще поющие там не на английском языке, потому что в этом заведении только на английском всегда пелись песни, только в стиле рок. Ну вот такой эксперимент решил Мухтар провести, владелец заведения. Ему самому стало интересно. Но это будет открытое мероприятие, либо это будет закрытое мероприятие только для коллег, для журналистов, нет, заявить нет. о себе. Мы это сделаем открытое, ну, в таком небольшом масштабе. Посадочных мест немного. Ну, то есть любой желающий, да, зритель, да, телеканала Музон, он может прийти. Да, 27 числа, 8 вечера. Послушать. Начало. Мы уже третий месяц репетируем, готовимся, ругаемся, бьем друг друга по голове гитарами. Ну, в общем, что-то будет. Будет что-то интересное. У нас есть такая рубрика, как «Блиц-опрос». Мы спрашиваем мнение наших коллег по шоу-бизнесу. Что они думают по поводу возрождения группы «Ишлык», по поводу вашей презентации? Ну, словом, будет интересно. Вот. Давайте сейчас на это посмотрим. Ну, Дильшат – это наш единственный любимый сын. Хотя ему уже 37, нам кажется, что он еще маленький. Сладкий тот мальчишка. Вся семья его музыкальная, все, начиная там от прадедушки, дедушки, папы. Ну, уже мы знаем, что и сестренка Дильнас Ахмадиева тоже все. То есть у них вся семья вот такая творческая, прям вот, супер. И Дильшат, ну, я думаю, яблоко-то яблоко недалеко не падает. Соответственно, в смысле, он, ну, не мог заниматься больше другим, как музыкой. А в основном в детстве до 5-6 лет воспитывала его бабушка, поэтому немножко разбалован. Но он очень хороший, сердобольный, добрый, веселый человек. Мы его очень любим. Ребята, это все мои братишки. Вот. Я очень часто ходил к ним на репетиции, смотрел, они меня всегда спрашивали, там, мол, покажу вот здесь, как можно сыграть, а вот здесь. Потому что мы тогда, мы уже-то, извините, там арт-клуб, там все такое. Все они образованы. Это то, что 100% могу сказать, группа вообще суперская собралась. Вообще то, что вот они хотят возродиться, это вообще супер идея. На самом деле мы очень долго и часто об этом говорили, о его возвращении на сцену. Ну, его как-то вот это не вдохновляло. Он говорил, что он не готов, что он где-то что-то, видимо, не так было. Сейчас они готовы, и сейчас они сделали то, что они сделали. Сейчас они работают живьем, и мне кажется, их музыка не забыта. У них есть свои поклонники, и все у них получится с возрождением. Я поздравляю группу «Ишлык» с возвращением. Нам было без вас пусто одиноко. На самом деле было очень приятно услышать их хиты. Им действительно есть что дать нашему народу, есть чему научить молодежь. И поэтому я им желаю работать в том же духе. Мы очень рады, что они заново собрались и начинают уже по другому пути продолжили свою деятельность. Я, например, очень рада. Я не знаю, папа, может быть, скажет свое мнение. Я рада, что они на сцене вновь, и мне кажется, у них тоже есть свой зритель, который будет их любить и слушать. Знаете, группа «Яшлык», где пел мой сын Дильшат, они так быстро выросли, быстро пошли на подъем, да, быстро, тогда Дильназа не было, да, быстро пошли на подъем, и я когда-то где-то боялся, что они не всегда могут удержать вот эту планку. И так и случилось. Появились другие группы, очень много. Конкуренция большая. И они немного потерялись. Те песни, которые пели раньше Нигара, уже по возрасту становятся, уже, знаете, вот остаются вот юношеские годы, когда они пели, 16 лет. А теперь, когда им стало 20, за 20, им уже эти песни уже не идут. Надо было им искать свой репертуар. Вот здесь они немного потерялись. Потерялись немного, а лет на 10. Это в искусстве бывает, в творчестве бывает так. И никто не может заставить их, ни я, отец, ни мать, не заставить, ни сказать, что давайте пойте, невозможно. Это потому что снутри это думают. Вот они 10 лет не пели. Все занимались разными делами.
Вот я два месяца тому назад, я ему сказал, я заметил, как он поет, я давно не слышал. Я говорю, ты стал лучше петь, у тебя появился опыт, надо продолжить. Он говорит, мне уже 37, ну и что? 50 лет люди начинают петь. Вот он приехал в Алматы, собрался с своими ребятами. Вот в течение месяца они сделали программу целую на полтора часа. Знаешь, уже опять вдохновение, понимаете, друг мой? Я думаю, что теперь, наоборот, у них поиск будет еще лучше. Мне кажется, они найдут себя и найдут свой репертуар. Ты знаешь, в моей программе периодически такие эксклюзивы бывают. И мы, конечно, говорим о творчестве, о карьере моих героев, да? Также мы говорим и о личной жизни. Ну, а как без этого? Я знаю всю твою Санта-Барбару. Прям вот от и до. Но многие зрители не знают о твоей личной жизни, о твоей бурной личной жизни, о твоем прошлом. Я знаю, что у тебя была череда браков, так скажем. Их было несколько. Если я не ошибаюсь, их было три. Во сколько лет ты первый раз женился? Я знаю, что у тебя есть сыночек, да, от первого брака. Ну, вообще-то я на такие вопросы стараюсь как бы скрывать. Все-таки это немножко личного характера. Ну, немножко можно занавес, так сказать, приоткрыть. Первый раз я женился в 2000-м... Нет, в 2001 году. Первый мой брак был. Вот, все, что я могу сказать. Ладно, ну не стесняйся. Но забудь, что здесь сейчас есть камеры. Мы с тобой разговаривали на эту тему и абсолютно спокойно. Как я могу забыть, что здесь камеры? Это я вижу только тебя, завтра-то это увидят все. Ну, а как? Ну, ты действительно скрываешь это? А почему ты скрываешь? По сути, эта информация, она в интернете доступна, что ты был три раза женат. Даже в интернете это доступно? Конечно. А ты думаешь, откуда я изначально эту информацию узнала? Интересно, интересно. Не знаю, почему-то с самого начала так повелось, что о личной жизни стараемся еще не говорить, потому что это потом влияет на тех же самых людей, о которых потом говоришь. Может, они как-то по-другому. Но я тебя не говорю, не прошу, вернее, говорить плохое. Ты можешь сказать, хорошее все сказать. Очень хорошее, конечно. Хорошо. Женился первый раз в 2001 году. От первого брака у меня есть сын. Зовут его Рабани. Вот. Но сейчас он остался жить со своей мамой и новой семьей. Они переехали уже в другую страну. Живут там. Сколько сыночку лет твоему? 9 будет. 9 лет уже. Но ты близко не общаешься с ним? Сейчас, да. Сейчас уже не общаюсь. Близко, так как уже расстояние слишком большое. Ну и там есть свои нюансы, о которых бы я не хотел бы говорить. Ну, второй брак, браком можно не назвать. Имеется в виду в плане того, что не было как такового брака юридического. Был только вот Нике. Он продлился недолго, брак. Да, он продлился недолго, пару лет, и о нем даже сейчас, может быть, откровение будет для моих родителей. Может, они даже не знают об этом. Правда, что ли? Да. То есть вы как Ромео и Джульетта, у тебя родители может, были против? Сказать. Нет, они не то, что не против, они даже не знают об этом. Не получилось нас, так сказать, познакомить с родителями, потому что, ну, так получилось. А почему ты не привел ее в дом знакомить с родителями? Ну, решили так. Сначала вот что-то там решали, я уже не помню. В итоге получилось так, что мы просто расстались. Третий брак у меня в Астане. Это уже в Астане было? Ну, сколько как ты бы в третьем браке прожил? Прожил, ну вот около 5 лет получается. Там у меня тоже есть сынок. Может быть, это моя творческая натура или еще что-то. Вот, брак опять завершился. Но там, я так понимаю, сына ее и ты усыновил. Да. Ребенка. Но я его считаю все равно своим родным сыном. Но ты с ним общаешься? Я с ним общаюсь, да, с ним я общаюсь. Сейчас я приехал в Алмату. В любом случае готовились к четвертому браку. То есть у тебя уже планируется даже четвертый брак? Ну, он как бы не планируется, он подразумевается. После третьего будет четвертый.
Ну, надеюсь, что последний будет. Но сейчас у тебя есть уже девушка, да, на которой ты планируешь жениться. Есть девушка. Ужас, ну что за вопросы, господи. Ну, подожди. Я ведь вспотел аж. У нас с тобой дружеская беседа. По-дружески я бы тебе по-другому сказал. Да, ну ты даешь вообще. Прям из меня вытягиваешь. Я знаю, что у тебя есть сын. Что он... Это не камера пыток. Если бы тебе сказали, что она такая злая, я бы не пришел бы, блин. Мы с тобой эту тему обсуждали. Дайте накатить, все расскажу, блин. Я пошутил. И когда планируется эта свадьба четвертая? Еще один провокационный вопрос от Даны. Ну это вы совсем далеко забегаете. Ты сам сказал, что планируется, что подразумевается, что будет. Я имел в виду подразумевается. Никаких планирований, конечно, нет еще. Об этом еще нужно будет подумать. А как вообще твои близкие относятся к тому, что ты у тебя такая череда браков? Они на меня уже рукой махнули. Ай, достало же, делай, что хочешь. То есть сначала переживали что-то в первые там пару раз, а сейчас уже, по-моему, даже не спрашивают меня. Ну, что поделать? Мои родители, особенно мама и сестренка, знают, если я чего-то хочу или чего-то не хочу, мне просто в голову забить не получится. И поэтому они мне даже... Вот по последнему моему, скажем так, разводу особо даже не противоречили, не перечили, хотя они не хотели бы этого, я знаю. То есть они очень хорошо относятся? Да, они, у них хорошие отношения и все такое. Но мне они уже ничего не говорят, потому что понимают, что изменить не получится. Куда уже менять к 40 годам? Если у меня в голове у самого это щелкнуло, значит... К 40 годам, да. Ну так, со мной по первое время так сухо разговаривали. Иногда даже и не разговаривали. Жизнь есть жизнь. Что делать? Я когда первый раз женился, я так боялся. Я вот помню это ощущение. Я думаю, все ребята, особенно вот мужчины, это знают. Я не знаю, как вы, женщины, реагируете на свой первый брак. Ну, вообще на брак, не говорю на первый. На брак вообще как, с каким страхом? Или вот я точно знаю, что мужики и мужчины, они очень болезненно к этому относятся, прям со страхом. Что-то меняется же в жизни. Я вот помню свои ощущения, как я боялся, то есть я вот прям аж трёсся, то есть. А сейчас уже надо мной издеваются мои друзья. То есть жениться, как вот пойти покурить. То есть сейчас у тебя вот второй, третий брак, уже не было такого волнения? Нет, уже волнения не было, ничего не было. Где-то я не могу, может быть, сам до конца объяснить, что где-то в моей голове такая есть бомба замедленного действия, которая где-то включается, и в один момент она разносит все по углам, и все, и ничего как будто бы и не было. А зачем тогда официально жениться? Вот, каждый раз же думаешь, что это последний раз. Первый раз женился, я же не думал, что я-то второй раз женился. Когда второй раз женился, я тоже думал, что это последний раз. Что я не женюсь третий раз. Угу. Третий раз, сейчас будет четвертый. Сейчас я уже ничего не говорю, просто уже боюсь. Ты просто уже знаешь себя, боишься говорить, что это последний раз. Себя-то я знать-то знаю, но тут есть еще один вопрос. Вопрос возраста. Мне не 25 лет или не 20 лет, где это все тогда решается чисто на эмоциональном уровне, на уровне там все люблю, не могу, хочу и до свидания. Сейчас уже несколько по-иному смотришь на вещи, и все равно получается так, как в 20 лет. То есть ты это признаешь? Я сейчас вот сам, вот вы меня хотите сейчас понять. Я сам себя не понимаю иной раз. Но я уверен, что делаю очень правильные вещи, даже больше скажу, что уверен, правильные вещи делаю даже больше не для себя. Потому что, вот, допустим, блин, ну, до такой степени открыться я еще не готов. Почему? Нет, это слишком лично, я могу затронуть совершенно личные какие-то мысли и амбиции других людей, не хочу. Потом просто скажу, что я уже не считаю, вот раньше, когда вот я говорили, там, вот он женился там три раза. Думаю, ну раз он три раза женился, значит, то есть он же не может каждый раз жена быть плохой, значит, он сам плохой. Или у него что-то не так. Но. То есть у меня вот такая была позиция, раз он три раза женился, три раза
Но в твоем случае, а это в моем как случае как получается? Значит, я действительно или я плохой, или я как будто получается не создан для семейной жизни. Ага. Хотя в семье я само спокойствие, мне ничего не надо. Там где-нибудь уголок и не трогайте меня. И все. То есть ты сам не нашел ответа, все-таки ты плохой, либо что-то с женами не так было. Ты если бы с одной женой, ладно, это не получилось. Вторая, ну, третья, ну, что, получается, все же... Или я так плохих жен себе нахожу, что ли? Нет. Жены все хорошие, все отличные. Ты с ними дружишь, общаешься? Ну, с кем я могу, общаюсь, с кем не могу, не получается. В общем, ты такой султан. Видимо, где-то у меня в крови, там, очень далеко... Султаны, видимо, были, вот хочется побольше жен. Ужас. Что я говорю? Кошмар. Что ты говоришь? Ты говоришь о своей жизни, Дильшат? Вот такая. Ну, это я могу в разговоре с тобой говорить. Один на один, а вот так на весь мир. Ну, уже сказал. Но в любом случае, я желаю тебе счастья. Ты же... У каждого человека понимание счастья разное. Вот это твое счастье. Вот, кстати, вот этот вопрос для меня очень... интересен. То есть мне сейчас ребята задают вопрос, как тебе в Алмате? То есть, ну как ты? Астана больше нравится или Алмата? Когда я переезжал в Астану, есть такой адаптационный период у многих алматинцев. У кого-то это год, у кого-то это 5 лет, кто-то и не может там адаптироваться. У меня адаптация прошла за 2 недели в Астане. Я быстро прикипел к этому городу и сам себя быстро там нашел. Вот 6 лет я там пробыл. Вернувшись сюда, в Алмату, я обратно в Алмату вот таким же образом, как и в Астане, мне хватило там 2-3 дней для адаптации. Но понял одно, вот здесь мое место, здесь. Потому что здесь вот это все моя музыка, творчество, люди, с которыми я столько лет работал, не видел. Хотя в Астане, может быть, возможностей было у меня больше, чем сейчас здесь. Ну, вот в этом и есть счастье, мне здесь больше нравится. Правильно, вот говоришь, у каждого человека свое счастье какое-то. Иногда смотришь, думаешь, ну, что за... Что это вообще? Что ему надо? Оказывается, у каждого свое. Скажи мне, пожалуйста, Дильшат, ну вот я также читала и слышала из прессы, что у тебя был такой период тоже не очень легкий. Он был, ты был в депрессии. Ой, ну, это было связано и с алкоголем. И я даже слышала, что там и с наркотиком все было прям печально и все было плохо. Что это был за период у тебя такой? Наркотики это, конечно, уже пиар-акция, скажем так. Но алкоголь, куда без него? Тем более каждый артист, творческая личность. Я вот могу по пальцам пересчитать артистов, именно творческих таких людей, которые не свою, так сказать, депрессию или что-то не заливали алкоголем. Это единицы. Uh-huh. Вот многие со стороны люди, которые с творчеством, вообще с музыкой не связаны, они считают, что артист, музыканты, да, они просто отговорку себе ищут, чтобы надринкаться. Где-то, видимо, это правда есть в этом, но основная суть этого вот алкоголя – это стресс. Стресс, получаемый при концертах, даже при хорошем как бы ведении дела, когда у тебя все хорошо, народу столько. Но после каждого концерта такой стресс получаешь, что... Ну, кто-то может, видимо, как-то по-другому, а кто-то не может. Ну, а у тебя с чем были связаны эти депрессии? Что все-таки прошла былая популярность? С чем она была связана? Я простой был советский парень, советский мальчик, скажем так. Учился там, пионер, комсомолец, все дела, тут союз рушится. Я простой, обычный казахстанский парень. Угу. Меня никто не знает. В один момент в 20 лет, за 2 недели я становлюсь суперпопулярной личностью здесь, в Алмате. Меня к этому никто не готовил. Ни отец не готовил, нет таких институтов, чтобы тебя приготовить от так называемых звездной болезни. Которые многие думают, что они знают, что такое. Совершенно никто не знает. Тот, кто не переболел этой болезнью, он не знает, что это такое. Когда на тебя сваливается такая большая, настолько вот... Ты просто ходишь по улицам, а через 2 недели на тебя все пальцем тычут, и все подбегают толпами, начинают там фотографировать. Тебе это приятно, тебе это классно, все кайфно. Но с этим надо же как-то жить, бороться, это как бы переварить. Не у всех получается. Ну, потом такой ошеломительный успех нашей группы в 90-х годах. А мы не готовы, мы дети. Нас никто ничему не учил. Но на нас начали валиться
по тем временам достаточно хорошие деньги. Мы не знали, как бы, что с ними делать, фактически. Концерты. Мы первая группа в Казахстане, которая после распада Советского Союза из молодых исполнителей дали сольный концерт в Республиканском театре. Ой, Дворце Республики. Uh-huh. До нас это было, это как бы Парнас, Олимп. После нас уже все начали давать, не боясь. Мы самые первые, которые сделали это среди нашей казахстанской эстрады. Это, кстати, в аналах истории должно остаться. Хорошо. И после этого, естественно, когда ты на каком-то первом этапе получаешь вот колоссальную, я не знаю, популярность, там, деньги, внимание, но при этом работоспособность у тебя понижается, то есть... А работы становится меньше, в основном только вот концерты, 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 работы нет. Ты имеешь в виду, ничего не нового не придумываешь, ничего не развиваешься. Тут уже начинается разлад в группе, и вот вторая попытка в 2000 году, опять, пожалуйста, опять ошеломительный успех, опять те же самые концерты, все. И в один момент все это скатывается в ямку, и ты понимаешь, что, оказывается, вот столько времени, и ты ничего не сделал, оказывается. Тебя все знают. Вот самое интересное, тебя все знают, твои песни знают, но ты ничего не сделал. Ты не закрепил успех. Допустим, в отличие от нас, та же самая Дильнас Ахмадиева, сестренка наша, моя, она свою популярность добивалась долгими и муторным как бы работой. А вот, то есть была работа, то есть она заслужила вот именно период там в 3-5 лет. Она так вот заработала, и она знает свою высоту, знает, что она сделала, и она понимает. А так вот так по голове топором бам, и через 2 недели уже суперзвезда, и вроде уже как бы достигать нечего, оказывается, дальше вроде как. То есть у тебя такой был этап после звездной болезни? Звездная болезнь, она не заканчивается никогда. Ага. У любого творческого. Но тем не менее, ты сам говоришь, что ты скатился в какую-то яму, и у тебя началась депрессия. Да, творческий кризис полнейший начался в 2003-2004 годах, вот так вот. И вот я даже слышала опять-таки про твою сестренку Дильнас Ахмадиеву. Очень талантливая, я считаю, одной из самых талантливых вообще певиц в Казахстане. Я тебе даже могу сказать, что я училась в Москве, и был хит «Золотой-золотой», и я ставила на наших местных дискотеках ее, в Москве, эту песню. Mm-hmm. Вот. И также я на тот период слышала, что вы с ней, у вас был, по крайней мере, какой-то период, вы не общались с ней. Да, и было и такое. Было и такое. А с чем связано было это? Ну, это связано уже было с нашим, так сказать, по личным вопросам. Не сошлись, так сказать, в одном вопросе очень серьезном. Можно сказать, мы почти 2 года не общались. Угу. Вообще не общались? Вообще не общались. А как родители на это реагировали? Плохо. Естественно, реагировали очень плохо, но никто ничего сделать не мог, опять же. Определенной причины не было, почему вы не общались? Была причина, но эта причина настолько наша личная, что вряд ли бы ни я, ни она об этом не скажет. Угу. Но потом, как говорится, родных не выбирают. В любом случае, мы единственные с ней брат и сестра, родные. Вот, в 2004 году я уже начал скатываться, так сказать, в эту яму. И творческого кризиса, и как раз-таки депрессия, алкоголь. И друзья начали меняться, появляться более алкогольного типа друзья. И это все докатилось до 2008 года. И уже такое уже было, что я уже вообще перестал что-либо делать. То есть я все бросил. А в другое ничего не умею. Uh-huh. Кроме того, как петь, оказывается, ничего другого не умею. Там, естественно, и алкоголь, конечно, большую роль сыграл. Вот эту именно. Есть, для меня есть 2 вида алкоголя. Первый это тот именно вид, которым ты заливаешь горе, а второй это тот, который на праздниках или там, ну, как по каким-то поводам. Вот тот период у нас был, вот у меня был конкретно запойный период. С 2004 по 2008 это точно. После чего отец просто, наверное, уже увидев, что я уже совсем скатываюсь в болото, он посоветовал, предложил мне переехать в Астану.
ну, выйти там на новый уровень, на новую работу, попробовать себя. Ну и вообще поменять как бы декорации. Декорации поменять. Мне это как раз нужно было, я вот переехал в Астану, какое-то новое дыхание поймал там, но в итоге оно все равно не мое, я обратно вернулся. Но нет такого риска, что у тебя опять уйдет это в алкогольную депрессию? Да. Алмата на тебя так не влияет? Нет, сейчас уже как-то несколько по-иному, потому что этот этап уже пережил и, ну, перетоптал я его, скажем так. То есть он меня уже... Я не в том состоянии, то есть это не вчера я был там суперзвезда, и сегодня я раз в таком состоянии. Я этот период уже 10 лет прожил. За 10 лет уже как бы я свыкся с этим. Поэтому сейчас мне очень интересно начинать все по-новому, все как бы возрождать. Для меня это очень интересно. И со стороны, скажем, мои родственники, там близкие смотрят, но пока не вмешиваются, ну так смотрят с интересом, что же будет. Я думаю, что будет. Дильшат, я желаю, чтобы было, и с удовольствием приду. И чтобы нам за это ничего не было. Нет, но опять-таки, чтобы было, но все было, так скажем, положительно, да, чтобы отдача ваших поклонников, она была стопроцентной, такой, какой вы ее ждете, чтобы было такое же признание, любовь к вашей группе. Спасибо. И с удовольствием приду на вашу презентацию, послушаю все хиты ваши. И желаю вам все хорошо провести и процветание такой замечательной, легендарной группы «Яшлык». Спасибо. Спасибо, что пришел. На исходе.